Всем привет, ребят! Вы на 13-м. Сегодня не совсем обычный видос. Вернее, он обычный, но не про хоккей. Он такого влогового характера. Сегодня я собрался на очень знаковое, самое большое и самое крутое автомобильное событие лета в Санкт-Петербурге. Это цунами-пикник. Я уже за это лето успел поучаствовать на роудсайд-пикник. Стоял там как экспонат, грубо говоря. Вот, но здесь уже собираются совсем серьезные тачки. Моя машина еще пока не тянет. Но я думаю, что в моем инстаграм вы уже заметили, что интересуюсь я автомобилями довольно плотно. И это, пожалуй, второе мое такое большое хобби после хоккея. Это, конечно же, тюнинг и вся вот эта стритовая культура, в том числе и дрифт. И очень сильно в последнее время меня стал привлекать стелс. Сегодня еду наслаждаться сумасшедшими автомобилями, смотреть соревнования по дрифту. Среди соревнований по дрифту заявлены такие участники, как Аркадий Цареградцев и Гоша Шевчан. Очень хочется посмотреть на них в деле, действительно посмотреть вживую, на их улетные корчи, как это все ездит. Ну и, соответственно, ребята, поделиться и показать вам. Я не претендую, что здесь будет очень много просмотров, поскольку видео немного не по формату. Но хочу просто по-дружески поделиться с теми, кому автомобильная тематика не чужда, и чтобы вы могли заценить сами, что как там происходило. Заранее огромное спасибо всем, кто поставит лайк, напишет какой-нибудь интересный комментарий, а не напишет какую-нибудь хероту, вроде запарил снимать всякое говно, давай иди на тренировку, хочу посмотреть на тебя в деле. Реально, ребят, вот от таких комментов просто уже начинает тошнить. Уже даже не бомбит, ничего, просто тошнит. Поэтому спасибо заранее вам за адекватность. Погнали, приятного просмотра. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине. Свет, словно от свечи, горит где-то в глубине.